Маленькая Люси. Что на этот раз, лентяйка Люси? Производство Mill Images и Toons and Tales. Что сегодня ты пытаешься найти? Объясни, зачем, лентяйка Люси? Ты все время ищешь легкие пути. Ну и ну. Так лениться, чтобы не трудиться. Без фальшивых нот. Автор сценария Фетти Неджари. Раз, два. Эй! Дудочка не работает. Увы, Люси, дело не в дудочке. Чтобы выучить эту партию, мне пришлось репетировать каждый вечер. Тебе нужна практика. Практика каждый вечер? За минуту игры я стачу до костей свои пальцы. Я умру от усталости. Есть и более легкий способ. Расскажи нам, как ты собираешься играть, если не хочешь репетировать. Магнитофон. Ну да, конечно, вот же. Начали. Представляем Пола, великого волшебника, и его новый фокус. Круто, Люси. Ты здорово играешь. Да, а еще я... Ну что вы смеетесь? Люси прекрасно играет, причем на всех инструментах. Прости, но на всех этих инструментах играла не я. Подождите. Отличная идея. Представляем великого волшебника Пола и его новый волшебный фокус. Ты волшебница! Люси наколдовала столько дудочек! Да, я хотела собрать всех своих друзей. А теперь гвоздь программы. Как исполнять музыку, не подняв и пальца. Представляем дудочкафон. Люси, расскажи нам про свои изобретения. Очень просто. Я закрыла все отверстия, чтобы играла только одна нота. А теперь мне осталось только дуть. Так интересно. Надеюсь, оно сработает. Конечно, сработает, Джасмин. Разве я тебя подводила? Что скажете? Фантастика! Готовы? У меня нет столько дудочек. Возможно, это была не самая лучшая идея. Но... Верно, я знаю, что делать. Давайте поприветствуем его аплодисментами. А теперь Жасмин, Том и Люси выступят с пианино, гитарой и дудочкой. Простите, мисс, но это не дудочка. Это очень особенный инструмент. Небольшое изменение в программе. Пианино, гитара и... Люси Мьюзикорд! Мила!